Наталья, в городе стартовал проект «Открытая власть». Проект очень интересный на самом деле и нужный как администрации, так и жителям нашего города. И было бы интересно узнать, какие мероприятия, программы будут работать в рамках этого проекта. Да, действительно, стартовал проект «Открытая власть». И этот проект призван повысить степень прозрачности работы муниципалитета, способствовать вовлечению общества в процесс принятия важных решений на разных его уровнях и, безусловно, повышению общественного контроля. Данный проект даст возможность располагать информацией, достаточно достоверной и необходимой для решения многих жизненных вопросов, а также даст возможность сделать работу администрации, ну, еще более эффективной. Не секрет о том, что информация размещается и подается с таким ракурсом, который не соответствует чаще всего действительности и не подтверждается достоверными фактами. Вот данный проект, он подразумевает освещение деятельности и предоставление достоверной информации комитетов наших муниципальных образований, подчиненных им предприятий и структур. МУП КПП, безусловно, служба благоустройства, лесничество и так далее. Проект «Открытая власть» — это диалог между руководителем и жителями города. Это репортажи с мест работы на территории города. То есть по факту можно будет посмотреть и отследить, насколько выполняются задачи, поставленные вопросы, озвученные вопросы на территории города по факту его исполнения. Для запуска проекта проведена достаточно большая работа и запущены информационные площадки. Информационные площадки имеют наименование «Десногорск пресс-служба». И я полагаю, что жители нашего города уже имели возможность ознакомиться и, собственно говоря, быть информированными с данных площадок. Это в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте. Для того, чтобы было удобно заходить на наши площадки, у нас на официальном сайте размещены в разделе «Контакты» активные ссылки. Можно посмотреть и зайти в любое время. А также я полагаю, что жители нашего города отметили о том, что и на нашем официальном сайте, и в средствах массовой информации достаточно активно освещается жизнь нашего города и деятельность власти и нашей структуры муниципального образования. Также за достаточно короткое время реализованы программы. Это рабочие встречи с коллективами города, муниципальных образований, школ и детских садов. Также реализованы программы по инициативе садоводов СТ Десна, курс на чистоту экологической рейтинг Кукуевку. И, собственно говоря, по результатам данных мероприятий приняты решения и поставлены достаточно в жесткие временные рамки задачи для решения той ситуации, которую мы видели, связанной с несанкционированными свалками и так далее. Значит, ну, как мы понимаем и знаем, что ни один проект не будет приносить пользу и не будет реализован в необходимом объеме, если не будет взаимоотношения с неравнодушными и с инициативными людьми нашего города. Соответственно, мы со своей стороны прилагаем максимум усилий для того, чтобы показать достоверность информации о власти нашего города, о принятых действиях и решениях. С вашей стороны, со стороны жителей города, также прошу взаимодействия и помощи с точки зрения участия в данных программах.